Ненецкий округ вошел в число победителей всероссийского конкурса грантов. Молодой предприниматель из Нарьян-Мара успешно защитил свой проект на форуме «Территория смыслов». 100 тысяч рублей будут направлены на образовательные курсы для будущих бизнесменов. Неделя молодежного предпринимательства в НАО. Так называется проект, с которым Иван Калюжный поехал на Всероссийский форум. Идею представителя Ненецкого округа жюри оценили сразу. Сегодня она актуальна для каждого региона России. Грант 100 тысяч рублей отправился в Заполярье. Как вы знаете, молодежь, уезжая учиться в высшие учебные заведения, в другие города, возвращается в количестве 10-15%. Вот. Наш проект направлен на то, чтобы удержать молодежь в округе, то есть показать им перспективу развития, что можно развивать предпринимательство. Иван Калюжный предлагает готовить будущих бизнесменов со школьной скамьи. При поддержке Ненецкого регионального отделения общественной организации «Опора России» он разработал план образовательных занятий со студентами колледжа и учениками школ. В течение недели участников обучат навыкам ведения бизнеса. Обучение будет проходить путем вебинаров, то есть онлайн-трансляций. Вот. Потом на шестой день планируется привести каких-либо экспертов с Санкт-Петербурга, также, ну, возможно, с Москвы. Вот. Они будут проводить деловую игру, то есть для закрепления материала, который ребята прошли в течение 5 дней, ну, грубо говоря, обучения. Итогом семинара станет бизнес-план, который попробует составить каждый старшеклассник и студент. Постичь азы предпринимательской науки сможет и молодежь до 30 лет. С сентября по декабрь отделение «Опоры России» запускает долгосрочные образовательные курсы. По результатам занятий организаторы предполагают открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Так как «Опоры России» является крупнейшим бизнес-сообществом, соответственно, мы можем привлекать очень крупных спикеров, которые входят в состав «Опоры», и пользоваться тем ресурсом, который есть у «Опоры России» в рамках образовательных программ. Потому что у членов «Опоры России» есть огромнейший опыт по реализации образовательных мероприятий для молодежи. Впервые в Нарьян-Мар приедут маститые деятели бизнеса, чтобы поделиться секретами успешного предпринимательства. Так, в декабре одно из занятий проведет известный владелец кондитерской фабрики Андрей Каркунов. В планах проводить и вебинары, чтобы привлечь сельскую молодежь. По оценкам организаторов, в семинаре могут принять участие не менее 800 человек. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».